Коллеги, этот курс является, я бы сказал, начальным, таким вводным. То есть здесь изложены основные принципы медиаинформационной грамотности. Дело в том, что сейчас, я думаю, многие из вас знают, такое предыдущее понятие информационной грамотности, оно обобщено уже до медиаинформационной грамотности. И, естественно, возникают некоторые особенности, с которыми нужно познакомить слушателей. Вот именно это я и постарался сделать в этом курсе. То есть здесь изложены общие принципы работы с сервисами интернета, потому что, я думаю, вы знаете, что большинство программ уходит уже в интернет и превращается в интернет-сервис. Естественно, это приводит к необходимости освоить некоторую специфику работы именно с интернет-сервисами. Кроме того, достаточно много внимания здесь уделено вопросу подготовки учебных материалов для использования именно в интернете, потому что каждый из типов информации, естественно, имеет некие свои особенности, о которых обязательно нужно поговорить для того, чтобы ваша работа в интернете стала более продуктивной. Еще раз повторяю, это курс такой для начинающих, но тем не менее, я думаю, что он может быть полезен и людям, которые уже имеют определенный опыт работы с интернетом.